Предупреждение, прочтите перед игрой. Вспышки света могут вызывать у некоторых людей дискомфорт или судороги. В Happy Game встречаются доведенные до абсурда и комичное насилие. В лучшем случае вы увидите лужу крови на полу, но чаще как милым кроликам отрывают головы. Да, в подробностях причем. Пожалуйста, примите во внимание, хотя Happy Game буквально означает счастливая игра, это совсем не так. Модератор игру поменял, что? Это я в детстве что-то рисую. Устал. Пошел спать. Я так обычно после стрима засыпаю. Я вам говорил, что это страшная игра. Управление осуществляется курсором мыши. Я взаимодействую с персом. Мне даже подсказывает. То есть я его тяну вправо, он идет вправо. Я не знаю, кто издает эти звуки. Главный герой или кто-то, кто прячется в темноте? Я не знаю, как вам, мне уже дурно. Подарок? Мне? За что? Новый год? Рождество? Посмотрим, что там внутри. Благодарю вас за поддержку. Благодарю вас за подарок и за поддержку. Это код. Кот сатаны. Он отказывается перемещаться. Может, я уйду? Нет? Нет. Уходить он тоже не хочет. Что делать? Есть догадки? Появилась матрешка. Я думаю, может, стоит меня сместить на куда-нибудь еще? Сейчас, секунду. Так будет лучше. А чем нужно быть, чтобы делать такие игры? Рисовать подобные, такие образы. И вот они, три всадника апокалипсиса. Матрешка, кот и... Я не знаю, кто это. Тот, кто ближе к нам находится. Слушайте, наверное, парню просто приснился дурной сон. И вроде он не особо напуган. Воспоминания из детства, скажете вы? Возможно. Нужно скооперироваться с автором разработки Айзек. В погоне за мячом. Игра про нашу сборную. До мяча мы так не добежали.
Какой милый Мишка. Давай подойдем поближе к нему. Вдруг он нам что-нибудь расскажет. Ну ладно. Стена, дальше ты не пройдешь. Игра выглядит мило. Ну это пока. Готовься. Могу взять это в руки. Они как бы мне, наверное, подсказывают. Тебе пора уже идти направо, давай. Это ритмушка, я тоже думал, что они сейчас в ритм будут бить, но нет. Не думал, что буду играть в головоломку в пятницу. Я сломал все игрушки. Может быть, это история про ребенка, который любил играть, но не любил заботиться о своих игрушках. Amanita Design является разработчиком. Я могу двигать руки, я могу двигать голову. Я могу также комментировать, что происходит на экране, но я лучше помолчу. Кто-то сравнил это существо с Пеппой. Понял, домкрат. Вы точно будете сегодня спать? This game is called Happy Game. It's not happy. Not at all. Возьмем.
Вообще, ты что думаешь, стоит ли искать разумное объяснение тому, что происходит на экране? Если у вас есть детишки, то, в принципе, я мог бы рекомендовать этот тайтл к совместному прохождению с вами, конечно же. Похоже на Modern Art. Интерактивный. Современное искусство. Я бы сходил на такую выставку. Мячик находится внутри стеклянной головы. Похоже на елочную игрушку. Может, это подсказка? Руки кверху. О боже. Так, вот. Да и всякие. Может быть, это кто-то из родственников, например, родители, которые запрещали ему играть в футбол, а он хотел с детства стать футболистом, но ему говорили: это «Домой, Паша, домой!» Утра. Ощущения идентичные. Понедельник в 6 утра, ощущения идентичные. Где же ты работаешь, что встаешь так рано? И с такими мыслями. Спасибо большое, Стар. Пикселиба. Very disturbing visuals in this game. Ну, либо его просто очень сильно ударили мячиком по голове в детстве, и с тех пор значится травма, которая доставляет массу проблем. Но тут явно прослеживается желание играть, получать удовольствие от жизни. Разбитые игрушки. Как разбито детство. Эта игра пока не подается никакой... Это наездник! Никакой логики, поэтому... перебираем рандомно. Someone poisoned the whale! Это Вуди из той истории. Он похож на канадца, только я не пойму, кто это, Терренс или Филипп. Shut your fucking face, uncle fucker. А, паровоз. Грибы! А, ну теперь-то все понятно. Вот оно, вдохновение. Это все, что его пугало, и все, что он ненавидел в детстве. Кого бы мне завести? Может быть, машинку? Гонщик Спиди. Хочешь в ручки? Mm-hmm.
согласитесь, даже ввиду присутствия крайне высокого уровня наркомании, некоторые моменты крайне логичны. Я подобрал. На игровые рельсы, то получится как раз вот Аманита Дизайн со своими проектами. Так, я смотрю. Ну, это просто по центру. Да ты обманщик. Да не, глупость какая-то. Да ты опять меня обманываешь, я схвачу этот шар. Да неважно. Иви Лутка. Собрали. Я выжимаю из нее кровь? Тайминги, и когда он вытащит динамитную шашку, закинуть ее в голову слева. Да, блин, я не успеваю. Да, получилось.
Пожалуйста. Что бы было, если бы я стримил эту игру на Сабдее, например. Не на Сабдее, на Сабафоне. На 15-й день, когда уже мозги плавятся. Это разрабы Бионавтики. Бионавтики у них точно не было, а вот Машинариум был, и Чучел был. Доктор уже к вам выехал. Ожидаете? Ждем, хорошо. Алина в стране чудес, да? Алина на Твиче. Алиса в стране чудес. Нужно подергать, и Алиса, да не ты. Да, Алиса. Алиса, угомонись, мы не про тебя говорим. А я-то уже подумала. Да-да, спи крепко. Не пытка. Это морковка, которую можно пересадить. Чё там, мужик? Давай ближе. Что там? Покажи, что нам тоже интересно. Любопытство никого не сгубило. Рука застряла. Thank you.
двух зайцев я накормил. Я понял, зайцев нужно откормить, чтобы они медленнее двигались. Если они медленнее двигаются, они встают на пути у этой кракозябры, она их ест. И, соответственно, таким образом мы выигрываем время для пацана, он может убежать, да, Рупир? Ты понял? Кушайте, детишки, морковку. Это полезно. Да. Видимо, нет. Короче, две морковки в дырку вошло. Охренеть. Две морковки в одну дырку. Я такое видел только в... Привет, зашел на стрим и вижу это. У тебя все хорошо? Что за дивный, чудный, красочный мир? Слушай, это не морковка, это целая репка. Давай я тебе помогу. Смотри, голову не оторви. Похоже на кнопку включения. Да. Да. Значит, справа налево. По часовой. Брат, иди сюда. Смотри, что у меня есть. Денис, о чем игра? Игра про мальчика, который кроликов кормил морковкой. О, не. Слушайте, а что если морковку порезать на две части? Или зайца? Кто нажмет? Кто из чата нажмет? Excellent. Молодцы, чат. Не знаю, кто это был. Теперь у нас есть два зайца. Это как в сказке. Он за репку, за него бабка, за бабку жучка. А потом внучка. Что, этого недостаточно? Серьезно, этого недостаточно? Так вот как размножаются кролики. Да, друг, именно так. Мужики, пойдемте. Вчетвером-то я думаю, что сможем. Вытянем, справимся. Куда вы улетели? Какая большая морковка. Она играет на арфе? Thank you.
детка, да. А все. Не успел. Увидимся в следующей серии. This game is called Happy Game. Видите, как здесь, какие здесь все веселые, беззаботные. Это сабы говорят. Ну, нет, прикольная игра, она удивляется. Я понимаю, что ты с долей иронии говоришь. Поиграйте в Чучело. Поиграйте в Чучело. Вам тоже очень понравится. Ну, сабы подписываются и отписываются, подписки тоже заканчиваются. Вы думали, что происходит с ними после того, как подарочная подписка заканчивается? Вот примерно так, да. И происходит. Ну, вот это зажиточный саб такой. Шейх. Тир 3. Смотрите, какие говнистые сабы. Они радуются смерти своего друга. Так, подожди, мне нужно два шейха. Ну, черт. Сука. Сейчас. Так не работает. А это кто? Это, видимо, те, у кого скоро заканчивается. Все как у нас на канале. Такие все креативные, музыкальные. Я всегда говорил, что у нас талантливая комьюнити. Ух ты. Да, и такой тоже был. Выкладывал свои голые фотографии в Инстаграме. На банджо. Утка, ты сегодня поздно, тебя уже показывали. У тебя уже взорвалась голова.
There's another one! I got owned. I got owned. Так, ну а Морант мы в бассейн посадили. Чего еще не хватает? А может быть мы начнем... Слева направо пойдем против часовой? Нет? А вы откуда знаете? Игра вчера только вышла. Я отобрал у тебя Мишку, прости, пожалуйста. Оу, щит. Все получилось. Кажется, теперь я смогу приделать это. Yes, все, я готов. It's time. Душная стадия. Ну, пока интересно, все равно. Интересно, чем она кончится. Что будет в финале. Это второй мир. Первый мы прошли. Какое ехидное солнце. Внутри, видите, там маленькие крольчата были. Они тоже все погибли. I'm finally happy! Я сделал столько пакостей, теперь я счастлив. Я сделал людям плохо. Теперь им хуже, чем мне. I'm so happy. Носи теперь эту маску. Я не останавливаюсь. Ножик. Да. Да. Это сделает меня еще более счастливым. Пойдем обратно. Не работает. Ну ладно. Это я бегу резать колбасу на бутерброды. Так и захотелось тебя за щечки потеребить. Thank you.
посчитать, что ли, сколько раз они дотронулись? Ножик им нужен. Они хотят порезать голову. Три ножа, они действовали наверняка. Еще Демос. Но теперь вы знаете, что не стоит облизывать нож. Лизать. Я думаю, что вилка пойдет третьему. Нож пойдет первому, вилка третьему. Поперчить? Поперчить не надо. Давай эту тоже возьмем. Да, понимаем. Доброго вечера. Спасибо за наивкуснейшую пиццу по промокоду WLG. Сейчас буду наслаждаться ею и тобой. Напиши в чате, что взял. Я сейчас тоже закажу такую же. А что, в пятницу можно? Мы наелись. Спасибо, Мифаш. Наелись и спят. Упс. Уйди с этой вон. Помните, я говорил, что игра логична? Не то чтобы я хотел взять свои слова обратно, но я испытываю некоторые трудности. А тарелка, простите, для чего? Плыть на тарелке? Давайте попробуем. И сейчас этот будет дуть на мой парус. Wait. Привет, Линрус. Ух, еще не поехала? Да нет, нормально. Интригующее приключение. По сознанию маленького мальчика. Это кто? Привет, Марами, когда Нокс? Сразу после Сибири. Почтение, уважаемые. Игра в кальмара. Здравствуйте, интересный фрукт. Хайлайт. Сейчас он просто снимет Ну, снял, да, все хорошо. Джейн, как ты?
Это футбольный матч. Это футбольный матч, оказывается. Добрий день, шановні любителі футболу, місцеві тифозі. Ми розпочинаємо наш репортаж із сільського стадіону Костолом. Прослухайте, будь ласка, склади команд. Значить, тато Мусведрі, бабиних трусах і дідових рукавицях, в воротах буде Іван Лєцтий. Двійку на плечах має Дозі Горбатий, він і в школі з двійок не вилазив. Під третім номером в темній майці, бо не прана ще з минулого сезону, і ще в чорніших трусах грає Микета Парашчин, мостний захисник. Він і в київську Динамо міг би м'ячі подавати. Під четвертим номером грає легіонер із сусіднього села під псевдонімом Дубль з підвозом. В нього на плечах напис «Будьмо уважні», тому що ніхто не знає, що від нього можна чекати. Яка форма є, таку й одягають. Он Дмитро Кіловій, на вам мені не смісно. Спасибо, Артём. Мы тут все упоролись. Ну согласитесь, наверное, лучше сейчас увидеть все это великолепие, нежели перед сном. А то потом будут слишком красочные и непонятные сны сниться. Да, языком. Сейчас я тебя за язык-то схвачу. А я тебе говорил, я предупреждал! Ты теперь улыбаешься? Блин, важно глаз на жопу натянуть. Благодарю вас за поддержку. Я сейчас не понимаю после вакцины. А вакцину ли мне поставили? Тебя врач не предупреждал, нет, о последствиях. Вообще-то мы сейчас играем в Warface, если что. А тебе что привиделось? Зеленый свет, green light, let's go. Теперь он нас не тронет. А нет. Что-то мы еще не предусмотрели с вами. Я разжевываю баблгам. В какой-то момент, наверное, мой рот склеится. Опа. Так. Давай, качай легкие.
библиотеку. Расстроили детятку. Ну, он уснул вроде. С умным видом. Куда же мы попали? Какая-то пещера. Так, три желтых лица. Ага, три красных рта. А потом такой подумал, и чего? Ты ищешь какую-то логику? Ты хочешь понять, что здесь делать? Это же невозможно. Спички? Да. Подожди. Спички детям не игрушки. Куда ты тебя? Ну. О, нет. Тебя предупреждали. Не стоит. Не стоит играться с огнем. О, давай насадим. Потрясающе. Я хочу напомнить, что Happy Game является игрой для всей семьи. Покупайте, играйте, наслаждайтесь. 6+. Все хорошо, если мне это нравится. Яичница. Интересно, почем были разработчики данной игры? Привет, Денис. Привет. Horrible Production. Настало время сходить с ума. Так, и что? У нас тоже есть такой смайлик. Дверь убежища называется. Да и что дальше? Больше я его не растяну.
Игра напоминает видеокассету из фильма «Звонок». Поиграл, потом тебе позвонят и скажут, что ты умрешь через 3 дня. Последнее что, Денис, спросите вы? Последняя маска. Маска кого, Денис? Счастливая маска. Что за счастливая маска, Денис? Не знаю. Зачем тебе маска, Денис? Я не знаю. Денис, что это за игра? Я не знаю! Денис, а кто это в углу слева сверху? Я не знаю. Денис, а почему здесь кролики? Я не знаю! Просто так. Школьный дискотеку вспомнил. А так, а это что? Это за кокодемон. Слушайте, эта игра как на Ютубе. Ты вроде смотришь сначала что-то, например, наш канал, нарезку, да? А потом внезапно попадаешь на видео The Dark Side of YouTube, где давят прыщи и там всякие и прочее. Мне кажется, такой же мазохистское удовольствие ты получаешь от этой игры, когда все лопается, взрывается. И, видимо, что-то еще должно быть. Вообще, мальчик что-то рисовал, а потом пошел спать. И вроде как ему начали сниться кошмары. Но родителей с ребенком явно нужно
психологу отправить. И к психиатру тоже. Собачка! Милая собачка! Милый пёс! Иди сюда, булочка! Иди ко мне, мою сладкую! Давай поиграем! Давай, пёсик! Ты мне так нравишься! Ты такой жизнерадостный! Надеюсь, у тебя, блядь, не отвалится голова, нахуй! Стой, видимо, мне нужно это облако. Татька, привет! Оу, щит. Он вовсе не счастливый, за этой личиной скрывается ничтожество! Который издевается над животными! Покажи свое истинное лицо, ублюдок! Только и можешь что издеваться над слабыми! Я тебя зуб вытащу! Булочка, ты свободна, беги! Все хорошо. Мы будем жить долго и счастливо, пёсель. Смотри, палочка, беги! Кути, 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 булочка! Кути, булочка! Куди-куди! А? И что это? Что-то нашел? Что такое? Что это? Боже. Что это? Что это было? Вообще, как это работает? Сейчас пес обделается. Happy Halloween, happy Halloween. Happy Halloween. Пиноккио повесился. Any ideas? Идеи есть, я спрашиваю. Oh my. Thank you.
пешком мне проще. Очко Дениса крупным планом. Очко твоей мамки! Икона со стены упала. Что ты хочешь от меня, пес? Что? Мы уже приехали в психиатрическую больницу. Спаси, сохрани. Эх, мыши. Вот здесь будет страшно. Благодарю вас за поддержку. Благодарю. Вечер добрый, тут норм, боевка. Сука. Нормальная боевка, нормально. Спасибо. Слушайте, надо прятаться от них. Стрелки комучают. Свой среди чужих, чужой среди своих. Я олень. Я олень. Я олень. Я гордое животное. Я олень. Я... Пёс, запень! Эй! Все нормально. Будет что-то интересненькое. Чат, мне тут вопрос задают наши зеленые друзья. Фил Спенсер говорит, Форза интересует? Ну, как, нас интересует Форза? Ну, конечно, нас интересует Форза, да? А когда она, кстати, выходит? В ноябре уже. Му-му-му.
Айзенхорн, как себя чувствуешь? Лучше, надеюсь? Oh, I got it. I got it. Ага. Окей. Ну? Feels like no. Открывай глаза. О, пробудился. Это когда-нибудь закончится? Знаете, у меня в голове, наверное, есть какое-то пространство, которое можно заполнить непонятно чем. Ну вот, 2 часа, кажется, вот прошли, оно заполнилось полностью, уже выливается, там не помещается. Я чувствую усталость, мой мозг... Он, в принципе, плохо работал, но сейчас он работает еще хуже. Благодарю вас за поддержку. Спасибо, Гоу-Гидин. Брат, братан, братишка, когда меня отпустят. Накурил меня вонючий чай, ведь я ни в чем не виноват, Ульф доволен. Главное, что доволен в конце поставил. Эй, меня возьми, возьми меня! Хай! Это маска. What the fuck is this shit? What the fuck is this? What is it? What should I do with this one? Мои братья и сестры, они что, повесились? Так, и last one, что-то. Что ты мне теперь сделаешь, а? На тебе. Cause it's happy game. Everyone's supposed to be happy. Show me your smiley, happy faces, chat. Thank you.
Это классная игра, да никто не спорит. Я сижу и наслаждаюсь визуалом. Мозг, конечно, уже, да, перестал переваривать. Безоблачного детства. Be happy. I'm headless. Кто-то украл мою голову. Это мир мертвых и живых, или... Я не знаю. Самороз, да, третья игра, самороз. А, мы его кормим. Все, мы его кормим. Это аллюзия на что? Тебя запор. Где Диня? Диня тут сидит, все нормально. Я просто решил вас не смущать, что вы погружались в игру. Погружаться в пучину безумия. Простите, если мы попали в ад. И теперь варимся что в котле. Не говори, а у игры есть душа. Я пытаюсь погрузиться, но потерял смысл уже происходящего. А будто бы он вначале был. Но вдруг перед финальными титрами нам все расскажут. Что-то ищем. О, found something. Чья-то нога. Какой классный новый патч в Warface. Так переработали геймплей. Благодарю вас за поддержку. На Гиляровского мы тебе чищенные апельсины будем пересылать. Мне в дверь позвонили санитары, спросили фамилию, что ответить. Говори, Коробков.
Они скажут, а этот вновь сбежал. Оставь этот камень, легче не становится. Только хуже. Ну вот, кто-то повесился уже. Не выдержал концовки. Подстава. Жизнь так жестоко-то со мной, а? Вновь нашел и вновь потерял. Я понял, что ты понял, Дитакс? Рассказывай. Брейв 174 месяцев, здравствуй! You're too brave for this game. Может, эта игра — аллюзия на ситуации с Чучелой? Они пытаются донести какую-то мысль до нас. Чучела — одна из предыдущих игр этой студии. Там главный герой был такой черный комочек сажи. И рот у него был красным. Ну, в общем, в Твиттере написали, что вы расисты, это blackface, и, мол, перекрасьте главного героя. Вот они и перекрасили. Переживайте, мы успели пройти ванильную версию игры. Так, мячик есть, заяц есть, собачка. Собачка, не знаю что.
есть, пес жив! Мячик на месте! Как кролик. Ребята, пошла четвертая стена. Круто, да? Классное приключение. Ни о чем меня не спрашивать. Я, кажется, ничего не понял. Ну так, местами. Мне нужен разбор. Подробный разбор. We happy games, we love happy games. Бесподобная игра. Это просто хорошо. Ну вот видите, кто пропустил, можете посмотреть. Буквально два с половиной часа заняло у нас это... прохождение.